Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 5 марта 2019 года. И вот сегодня, в преддверии 8 марта, мы с вами находимся в рестоклубе «Октябрь». Здесь будет сегодня проходить очень классное мероприятие. Я предлагаю вам сейчас послушать организатора этого мероприятия, Марины. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша передача будет посвящена теме «Мужчины и женщины». После 23 февраля, в преддверии 8 марта, мы решили объединить нашу встречу и поговорить, что же связывает мужчин и женщин, что их объединяет, а может быть, что их разъединяет. Сегодня в нашей программе вы увидите также модели Центра модельного искусства РЭМ, вы увидите много музыкальных номеров, танцевальные номера. В общем, у нас будет, как всегда, весело. И, как всегда, в ресторан-клубе «Октябрь» мы ждем вас на нашей встрече. Друзья. Мариночка, классно. Я знаю, что ваши мероприятия зрителям очень нравятся. Так и все. Мы надеемся. Смотрят с интересом. Правда? Это да, отлично. Да. Мы будем очень рады. Мы каждый раз стараемся что-нибудь новенькое придумать, чтобы было интереснее посещать наши мероприятия, смотреть наши мероприятия. Спасибо, спасибо. И вам спасибо. До Друзья, встречи. Приятных просмотров. Раечка, что интересного ты скажешь? Сейчас пришли поддержать друзей. Подружака. Сейчас приедет на мероприятие. Послушать, посмотреть. Твоя команда будет здесь или нет? Вон все девчонки сидят. Они всегда поддерживают наши партнерские проекты, наших друзей. Поэтому странно, если бы их здесь не было. Я бы им порекомендовала. Сегодня Рая об этом не знает, но она сегодня будет мне ассистировать. Потому как, куда же я без Раечки? Интересно, классно. Мне это нормально делать. У меня есть сюрприз, да. Ну, Раечка, я тебя провоцирующий такой вопрос задал. Я знал, естественно, что здесь девушки будут, так и именно с той Европы. Это провокация. Пойдемте с ними поздороваемся, да? Добрый вечер. Мы приветствуем вас на нашем прекрасном мероприятии, которое связано с Международным женским днем. В общем, вы все увидите сами. Не переключайтесь. Классно. Игорек Петров, спасибо. Елена, девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, расскажите, пожалуйста, что вы сегодня будете на этом мероприятии представлять? Да, мы сегодня нашим коллективом Diamond приготовили очень классный номер. Танцевальная группа сегодня будет танцевать в стиле хорео-дэнс. Если кратко говоря, хорео-дэнс – это смесь нескольких танцевальных стилей, таких как хип-хоп, твёрк, джаз-фанк, вок. Ну, а девочки, как вы? Как вы предчувствуете вот это выступление? Как вы сами? Волнительно, да. Ну, вы классно выступали всегда, я. Спасибо, спасибо. Единственное, что я помню, вы вдвоем, кажется, выступали, да? Да, точно. Ну, у нас большой, конечно, коллектив. Сегодня мы втроем. Друзья, будем смотреть. Хорошо. Николь, привет. Добрый вечер. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, какая роль на сегодняшнем мероприятии у тебя? Что ты будешь здесь классно такое показывать? Сегодня я открываю мероприятие, впрочем, как и всегда, это стало уже традицией, открывать мероприятие и завершать его, вот, собственно говоря. Вот, я сегодня подготовила необычную программу, я надеюсь, будет очень весело, лично, будет очень много людей. Их по-любому будет много. Сегодня будет новые исполнители у нас. Иван Рязанов в том числе будет выступать. Вот. Так что очень ждем. Отлично. Спасибо. Будем До смотреть. Встреч. Очень рада видеть снова в этом замечательном ресторан-клубе «Октябрь». Сегодня у нас с вами встреча, посвященная двум праздникам. Празднику 23 февраля и празднику 8 марта. И между этими замечательными праздниками мы решили, конечно же, выбрать тему, которая будет объединять оба этих события. Итак, сегодняшняя наша тема – мужчины и женщины. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас всех видеть. Ребят, вы можете пересесть туда. У нас, кстати, скидка на все, на бар, на меню, поэтому, пожалуйста, угощайтесь. Дорогие друзья, по нашей традиции, ну, мы, как всегда, начали, да, на полчаса позже, по традиции, и также по традиции мы откроем сегодняшний вечер песней нашей несравненной Николь, которая споет песню «Look of Love».
прекрасно.